Лайк! Подписка! Бубенцы! Пиши под этим видео столько комментариев, сколько новых хорроров ты хотел бы увидеть на канале. Всем огромнейший привет, уважаемые друзья, зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Евгений, ну или Матрикс, если кому-то так удобнее, ребятушки. Продолжаем проходить Френбоу по вашим заявочкам, скажем так. Не забудьте поставить лайкосик сразу под этим видео. Что ж, ребятушки, даже не знаю, какую подводку сделать к началу данного видео, поскольку записываю я сразу несколько видео подряд, поэтому у меня ничего не изменилось, у меня все так же прекрасно, сегодня замечательный выходной, надеюсь, что и у вас примерно так же, а если нет, то хотя бы чуть-чуть, пускай вот, ну, на капельку, а еще лучше, если довольно значительно, мое видео поднимет вам настроение, для меня это будет просто самое лучшее, наверное, из благ, потому что если не для этого, то для чего же еще совершать подобные действия по записи подобных видосов. Не забудьте поставить видео на паузу. Обязательно сходите на кухню, принесите каких-нибудь ништяков под обед. Все это, знаете ли, так здоровски сделать. Чаечек обязательно. Чаечек ароматный. Бессменный чай. Господи, вот я делаю по 5-6 видео в день, допустим, да, если вот, ну, выходной день, я записываю 5-6 видео в среднем, чтобы на неделю хватило. Бывает, что 3-4 видео, но тогда я 2 раза в неделю записываю. И перед каждым видео наливаю себе кружку чая. То есть получается, что в средний выходной день я где-то 5 кружек чая выпиваю точно. Блять, как Фрося Бурлакова, серьезно. Что ж, ребятушки, снимайте видео с паузы, иначе вы ничего не увидите. Погнали. Лайкосик. Не забывайте, что лайкосик — это инвестиция в ваше хорошее настроение. Чем больше лайкосиков вы ставите, тем больше желания у меня возникает пилить какой-то уникальный классный контент. Погнали. Погнали, ребятушки, к мистеру Крысу. Вот это место. Кто-то забрал его, мисс. Они просто исчезли. А конкретнее? Боже мой, ты можешь сказать конкретнее? Жаль, но не могу. Казалось, будто земля их проглотила. Если я еще могу чем-то помочь, дайте мне знать. Я буду поблизости. Ну, давай. А, о, прости, это ты украл гребень для волос? Точно, крыс же, я уже совсем с этим муравьем забыл. Крыс же украл гребень для волос. Гребень для волос, блестящий, красивый. Можно его мне, будем вежливы? Пожалуйста. Хорошо, но сначала вы причешьте мою шерстку. Ну, хорошо, давай. Да, я могу причесать тебя. Я вон своего крыса, короче, Миху, я его зубной щеткой старой расчесываю. Он, блядь, так прется с этой фигни, японский бог. Я вообще никогда не думал, что крысы настолько прям вот, ну, животные. Да-да-да-да-да, вот так вот прям. Его прям начинаешь так чесать, его прям от носа такой раз, и он аж прогибается весь такой. Все его такой чешешь, он такой хуяк раз ляжет. Клубочком свернется, нам лапу подставит, там, чтобы подмышкой ему почесать. Офигенно! Спасибо, моя леди, вы очень добры. Есть гребень. Так, пойдемте вернем тогда. Ты похавал уже? Так, здесь же у нас, да, насколько я помню? Да, совершенно точно. Миледи, разрешите вам вернуть вашу безделушку. Вот ваш прекрасный гребень, господа. А, так это господа? Бля, я думал, что это тёлки. Ну, в смысле, дамы. Ах, человек по имени Френ, ты сделал это? Так стрекоза получается. Надеемся, ключ откроет нужную дверь. Теперь мы полетим на юг, прощай. Блядь, про юг. Чудесно, прощайте, господа, приятного путешествия. Есть ключ. Золотой ключ из дерева. Ну ладно. Так, значит, вернемся к колодцу, я так полагаю. Уже здесь нам делать нечего абсолютно. А мистер Крыс уже умер, да? Крыс, кто сделал это с тобой, мой котик? Нет, думаю, не котик. Так, ну давайте попробуем сделать так. Объединить. Вот так. Отлично, ручка есть. Используем ее. Неработающие вещи меня злят.
Ну, давайте-то пошаримся, может быть, найдем что-то еще. Смотрел вчера сериал? Ну, то же самое сейчас будет говорить, да. Прям посмотрел его, скажем так, полностью за один раз, но только потому, что нехрен было делать. Замерзшее называется сериал достаточно. Может быть, мы здесь что-то не взяли? Так не пойдет. Я полагаю, что нам нужно взять какую-то, может быть, доску или что-то в этом роде. А может, надо починить? Нет. Полка? А, это мясо. Короче, сериал замерзшее, блядь, там. Про юг-то, почему начал говорить про юг? Потому что там замес вокруг того, что жертвы там аварии на юг пытались уехать. Короче, ребят, спойлер сразу, сериал говна. Как-то вроде началось так хорошо. Ну такая параша, боже мой. А может быть, надо объединить ключ со скважиной? Может, надо изучить? Нет, здесь больше типа нет ничего. Они закрыли дверь. Ну и ну. А может быть, нам надо в куче мусора что-то найти? Там же была здоровенная куча мусора в самом начале. Пойдемте сходим туда. Да, вот же дверь, кстати, лежит. Огонь, все. Огонь батарея, огонь батальон. Крыс-то живой, смотри, что. У тебя есть идеи, как пройти, найти моего котика? Как сказать, моя леди, вы повсюду его искали? Все идет не так. Конечно, но, видимо, что бы я ни делал, все идет не так. Дорогая моя мисс, хотел бы я вам помочь. Но, кажется, те, кто забрал вашего кота, из другого мира. Возможно, у них есть порталы, которые никто не видит, кто знает. А что такое портал? Портал, мисс, он как обычная дверь, я думаю. Понятно, спасибо, крыс, пока. Теперь мне все стало ясно. Мне нужно припиздявить дверь вот сюда. Очень странно, собственная дверь заперта, фу. Откройся, почему ты заперта? Я тебе сделала. Потому что нужен ключ-хуюч. Сработало, урейра. Урируем. Какая забавная маленькая дверь. Референс к Алисе. В зазеркалье. Интересно, куда она меня приведет? Мистер Полночь, ты здесь? Еблыс. Это этот? Из Наруто. Чувак, который такой из ладошки там взрыв пакета швырял. Глава 2, часть 2. Раздвоение личичности. О май гаш! Кстати, по-моему, вот этот промежуток игры я помню относительно неплохо. Боже, где я? Шапка из кота. Что это? Шляпа? Все это место одна большая шляпа. Мистер Полночев, нет, твоя голова, котик. Секунду, это не мой котик. Какая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной, съешь свою еду. С любовью, Клара и Мия. Вот о Кларе и Мии надо посмотреть какие-то отдельные видосы. По-моему, есть на Ютубе всякие разбирательства их судьбы. Там что-то у них вообще все непросто и не так, как кажется. Еда, нихера себе. Я не лягу в эту штуку. Я должна выбраться отсюда. Вместе с котиком, не в одиночку. Мясо сырое и крови миска, блять. Крови миска!
Забавно посмотреть, что у людей есть дома. Ну давай посмотрим. Посмотрим банки, молочный бидон, сухие цветы. Я возьму это, чтобы приготовить ужин для котика. Прикольно, кстати. Хуй из рота, выплюнь. Таганок. Это глаза? Фу, откуда они набрали столько глаз-то, мне интересно. Человеческая голова, кажется. Черепа выглядят очень счастливыми. Возможно, они не осознали, что умерли. Блять. Так, закрой окно, чтобы холодный ветер не оставался, а оставался снаружи. Правильно. Плита для готовки. Мама показывала, как ею пользоваться. Несмотря на то, что я не люблю зажигать спички, всегда кажется, будто мое лицо может обгореть. Подальше от себя просто руки держи. Не вот так вот, а ну, подальше. Нормально будет. Давайте казан сразу-то поставим. Думаю, сначала нужно налить воду в котел. Окей, сейчас нальем. Картина с чайником, нарисованным чаем внутри. С медом или лимоном? Окей. Вкуснятина, печенье всех цветов и вкусов. Медовая медовый мишка, ты восхитителен на вкус. От мухи я чекаю. Это, ну это забавное чувство. Разрыхлитель. Шишка, я не прикоснусь к ней, вдруг она нападет на меня. У ребенка психологическая травма по поводу шишек произошла, просто понимаете? Чтобы вытереть мои маленькие ручки. Острый блестящий нож, ты можешь пригодиться. Это во Френ уже взыграла вторая какая-то сущность. Так, розу я взять не могу. Нет, больше не могу ничего взять. Дрова, чтобы держать дымоход в тепле. Чтобы держать дымоход в тепле, надо портки с начесом носить. Мистер Полночь, эти девочки, они забрали моего котика. Вот сукины, сукины бабы. Так, ладно, идем дальше. Я не сяду. Как мусора работать будут? Мешок смешно пахнет, я не буду его трогать. Я не настолько люблю фасоль. Соль очень хороший ингредиент. Черемша какая-то. Пахнет как сорняк из нашего сада. Черемша какая-то. А что внутри? Какая странная вещь. Похоже на семечко. Что за грибы такие? Очень хорошие грибы. Очень. Какая красивая банка. Не буду брать чужую еду. Перец всегда хорош для готовки супа. Если есть чеснок, то нет вампиров. Котик любит играть с оливками. Может, он считает их насекомыми? Да. А части тел белок? Не хочу знать. Белка нарисована. Это белки фаршированные, блядь, засушенные. А это, получается, птицы фаршированные. Ну, по ее логике, так получается? Ладно. Матерь Божья, сколько всего. Так, давайте вот это изучим. Какой цветок из него вырастет? Ага, семечко цветка. Ага. Острый нож, чтобы резать и защищать котика и себя от зла. Вот что. Вот что это такое. Так, ну давайте используем котел, сразу наберем воды. Вода в котле, проготовить! Оно закрыто, замечательно. Воду надо выключить. Экономьте воду. Вокруг везде одно мясо. И у муравья было мясо. И тут мясо. Вокруг одно мясо. Надо будет потом, слушайте, я потом пересмотрю какие-нибудь видосы по поводу объяснения всяких теорий, сюжетов и прочей штуки по Фрэнбоу, потому что меня сейчас это дело начало дико интересовать. Когда я проходил первый раз эту игру, я о многом не задумывался, не подмечал определенные вещи, которые я подмечаю сейчас. Я не уверена, что это подходит для супа. Нужно найти рецепт. Ладно, пойдем искать рецепт. Они не пахнут. Должно быть, они пластиковые. То есть здесь-то девчонки, они, видите, как бы раздельно.
Их лица выглядят знакомо. Но я не уверена. Может быть... Таинственная женщина, мне нравится синяя роза. Никогда не видела эту розу в океане. Может, это старое что-то там? Возможно, луна подарила ей розу в знак любви. Какой крошечный домик посреди нигде. Прогулка по берегу не займет много времени. Похоже, там кто-то живет. У них есть дымоход. Опять дымоход. Чего тебя так дымоходы-то цепляют? В чайнике совсем нет чая. Сахар во множестве цветов. Вкусно и красиво. Этот торт выглядит крайне аппетитно. Шоколадный торт мой любимый. Должна ли я? Может, чуть-чуть? Вкусно! Сладкие конфеты. Повсюду карамельный соус. Ну, кто-то очень сильно любит сладкое. Уютно и тепло. Могу я что-нибудь сжечь? Вещи, которые мне не нужны. Но никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся. Теперь я понимаю, чего хотел олень в клинике. Чё, висеть над камином? Он не хотел, чтобы его голову починили. А что он хотел? Он хотел, чтобы его повесили на стену. Какая я глупая. Ай, действительно. Так, давайте сюда сходим. Бля, привет. Здравствуй. Кто ты? Ты меня слышишь? Я Френ. По-моему, нет, не слышит. Здесь вот немножко запчастей. Ох, что за запах? Бедная девочка, кто это сделал и почему? Мне нужно быть осторожнее и защищать себя и котика. Бля. Минуту, это большой муравей из леса. Точно, это только он молодой был. Это мог быть он, только немного моложе. Ну? Дженс, кажется, я слышал это название раньше. Да, а труба, по-моему, была выкинута там же на помойку. Прикол. Граммофон. Интересно, работает ли он. Посмотрим. Есть. Еще как работает. Огонь. Огонь. Огонь батарея. Огонь батальон. Так, вот так сделаем камеру. Пишущая машинка все еще работает. Я могу что-то написать, но здесь нет бумаги. Хороший писатель должен знать, о чем писать. Вот есть бумага. Это не сработает. Ладно. На полках много книг и всего остального. Так много, что у меня кружится голова. Я оставлю их там. Ладно. Множество крошечных картин. Здесь есть кот. Когда я вырасту, у меня будет много картин с котами. И других вещей тоже, но я еще не выросла. Лестница упирается в стену. Возможно, здесь была моя дверь, а сейчас она исчезла. А, то есть здесь был портал, она отсюда пришла. Здесь нашелся сразу труп. Хуяси. Горящая свеча. Ладно. Тогда нам наверх. Монстр, который любит коз, это козаёб. Коза выглядит злой. Думаю, она боится щекотки. Или раздражена. Метла для полетов. Или чтобы прибраться. Метла есть, уже хорошо. Комод открыт, посмотрим, что внутри. Черные свечи, чтобы осветить тьму. Комод пуст. Сестры похожи друг на друга. Картина с красной розой. Лестница. Возможно, мистер Полночь там. Ладно, давай сюда сходим. Да, вот здесь я прям помню это место. Духи пахнут подростками. Вообще-то подростки духами. Милые вещицы, очень по-девчачьи. Пинцет есть. Повсюду белые свечи. Фу, этот монстр, как много крови. Картина выглядит очень странной. Мама держит двух младенцев. Любопытненько.
Любопытно, в чем суть роз и кукольных голов? Наверное, когда-нибудь я это выясню. Куклы похожи на пустотелых людей. Наблюденница. Фу, эти игрушки такие безобразные. Надеюсь, они меня не слышали. Привет, кукла. А кто тебя поймал? Надеюсь, со мной такого не случится. Полагаю, этого не произойдет, если я буду благоразумна. Благоразумием в тебе и не пахнет. Вот здесь, кстати, обратите внимание на замочную скважину. Я при первом прохождении долго ёпси не мог понять, зачем она. Ау, зеркало не выполняет свою функцию. В нем есть замочная скважина. Возможно, это декор. И вот, по-моему, кстати, да, я уже начал тыкать во все вокруг, и мне написали, что есть замочная скважина. Только тогда я понял, что... А, блядь! Что нужно делать в данном месте? Господи! Блядь. Я прям какнул сейчас. Привет, малыши. Кто сшил вас вместе? Похоже, это больно. Не плачьте, хорошо? Улыбнитесь и ведите себя хорошо. Пора спать. Блядь, оно сейчас будет орать. Игрушечный кролик, ты ждешь Пасху? Ты откладываешь яйца или крадешь их у куриц? И как яйцо становится шоколадным? Мне столько нужно спросить. Жаль, что ты не ответишь. Казаки-скороходы. Эти ботинки слишком большие для меня. То здесь престарелые эти сестры. Посмотрим, сестры. У них та же рубашка, что была у меня в клинике. Судя, они старые прям. Ну если это те сестры, почему они такие старые? Вот. Что с течением времени? Лисичка, ой, нет. Хотела бы я снять тебя оттуда. В чем их проблема? Бедная рыжая лисичка. Вот бы встретить лису, которая еще не умерла, и поговорить с ней. Не судьба. Скорпионы заставляют меня нервничать. Они ходят, вскинув хвост, готовые ужалить тебя. Какая красивая кукла. Но мне нравится ее прическа. Большой зонт. Мне нравится мое платье, но эти тоже красивые. Пыльное зеркало и другие вещи. От игрушек на чердаке всегда веет печалью. Множество крошечных вещей. Мистер Крыс, пора вставать. Недавно я встретила другую крысу. Мистер Крыс, вы устали, сэр? Ну и самое главное, клетка золотая. И нам говорил игрушечный мистер Полночь, что мы встретим его в золотой клетке. Мяу. Мистер Полночь, ты здесь? Котик, я нашла тебя. Это ты, боже, мой дорогой друг, я нашла тебя. Френ, это в самом деле ты? Наконец-то. Дай тебя увидеть. Это я, подойди ближе, дай мне тебя увидеть. Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучал, ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Полночь. Я очень скучала, дорогая Френ. Как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пыталась следовать за ними. Но спустя время я заблудилась. Я был... Бля, это его реплики. Но спустя время я заблудился. Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но... Что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Я открою клетку, мой дорогой. Нам нужно к тете Грейс. Френ, я очень устал. Лишь бы все это оказалось дурным сном. Я тоже устала. Но теперь мы можем заботиться друг о друге. Френ, могу я спросить кое-что? Конечно. Мистер Полночь, что такое? Ты ощущала мое присутствие в своих снах? Да. Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие.
присутствие таблетки. Присутствие! Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Что-то свело нас. Чем бы оно ни было, оно хорошее, оно свело нас вместе. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю это. Я найду ключ и освобожу тебя, хорошо? Я люблю тебя. Так, ну пошли вниз тогда, получается. Блядь, да ты что ты будешь делать? Она меня хочет просто в могилу свести, и ты ее вдышла, а? Че она выскакивает-то вечно прям? А вот и они. Ох, вы меня напугали, я думал, здесь никто не живет. Вот ты где? Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова на нужном мне месте, вот на. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Ну? О чем вы? Простите, но я не могу понять смысл ваших слов. Френбоу, это твое имя, так? Твои мама и папа трагически погибли. Очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Помедленней. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем. Должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Хотела бы я, чтобы ничего не произошло, но я растеряна. Не желай невозможного. Ищи решения и ответы. Не вижу решений. Да, но боль настолько велика, я не вижу решений. Выпей чаю и съешь кусочек торта. Тебе станет лучше. Так выпей чаю и съешь этих французских булок. Кто знает, откуда это? Ах, спина затекла, спокуха. Все нормально. Я не голодна. Скажите, кто вам рассказал обо мне? Ты боишься, маленькая Френ. Немного. Есть такое дело. Я попала сюда странным образом. Этот разговор меня озадачил. Ты еще не спрашивала о своем коте, мистере Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойна, а ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя? Я неспокойна. Я просто хотела представиться, я не грубиянка. Ты хочешь его вернуть? Откройте клетку, немедленно откройте клетку, он голоден и хочет пить, прошу. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала? О, это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям скрывают головы, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука. Это было ужасно. А потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А еще я видела настоящую семью шишек. До того, как сюда попала. Они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших на дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу. А теперь я здесь, ищу мистера Полночь. Вот это приключение. Сколько тебе лет, Френ? Мне 10 лет. Скоро будет 11, а вам? Нам 16. Мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Откройте клетку, я хочу, чтобы вы открыли клетку. Нам с котиком нужно домой. Ты не поинтересовалась, как нас зовут. Как невежливо. Ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая. Глупая маленькая девочка без семьи. Простите. Простите, пожалуйста, прекратите, я не хотела грубить. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду.
Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Все, что пожелаете. Да, леди, я сделаю все, что потребуете. Хорошо. Теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? А магия волшебна. Кто ж не любит волшебство? Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Призыв старого бля. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем. Это нас убьет, знаешь? Мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью, давным-давно, что-то пристало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда он будет когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Звучит очень страшно. Думаю, мне придется это сделать ради котика. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. А пока ты можешь пойти и поговорить со своим котом. Но мы не будем его освобождать. Даже не пытайся открыть клетку. Если поможешь нам, мы поможем ему. Спасибо. Я пойду поговорю с ним. Ефрен, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? А? Глупая-преглупая девчонка. А куда вы пошли? А, непонятно, да? Так, пойдем к коту, значит, получается, да? Котеич! Что делать-то будем? Френ, ключ уже у тебя. А, еще нет. Нет, мой дорогой, прости. Эти девчонки жуткие. Они хотят меня использовать. Они срезали мою шерсть и забрали немного крови. Мой милый. Они ведьмы, злые ведьмы. Знаешь, как в сказках, что мы любили читать? О, Сири отрендерилась. Ух, мол, милый, ты прав, ты совершенно прав. Я не знаю, что делать. Не знаю, Френ, что те девочки тебе сказали? Они сказали, что не были соединены друг с другом раньше. И что они отомстят тому, кто совершил это над ними. Они также показали мне ключ. Я уверена, что он от клетки. В них сидит зло. Возможно, у тех, кто это сделал, были свои причины. Так. Ну, зло против зла получается. Похоже, придется бороться со злом с помощью зла. Должно быть что-то, чего они очень боятся. Я не знаю, посмотрим, что я могу найти. Скоро увидимся. Точно, секунду. Ага, опять слегка отвлекли меня по работе. Извиняюсь, дико извиняюсь, ребят. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы имеем. Во-первых, надо изучить вот эту штуку. Призыв старого потерянного тела. Потерян во тьме, забывшись в слезах, ваше тело становится ложью, благодаря одному ангелу, решившему принести вам печаль. Вам понадобится сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота, пентаграмма из пепла, обгоревшее тело лисы. Приготовьте ингредиенты в горшке или котле с большим количеством воды. Собравшись вылить зелье, повторите эти слова. Или выпить. Выпить. Выпить или вылить? Выпить. Махнамукатагумля. Короче, вот это. Вот это вот, короче, все надо будет повторить. Так, здесь тут ничего не появилось. Вроде нет.
Так, здесь у нас... Тоже вроде ничего не появилось. Так, ну пойдемте покидаем что-нибудь в горшок. Бля, Итварда кусок, привет! Снова он. Но я не принимала таблетки. Кстати, а чего мы не принимали таблетки? Что ж, он открыл окно. Благодарю, но кто он? Давайте хапнем таблетосов. Бац. Вижу, тебе здесь удобно, малыш. То есть мы... Смотрите, мы действительно... Смотрите! Мы принимаем таблетки, и мы оказываемся действительно в колодце. А когда она была без таблеток, получается? А, нет, под таблетками она в колодце-то ебанула. Но там он был волшебным порталом. И она оказалась в колодце. Ты кажешься свежим, ты все еще жив? Мамочка уронила тебя? Наверняка она была больна, это не твоя вина. Так, вижу бутылку. Ага, нож нам нужен. Ага, здесь мы не переползем. А, может быть, надо метлу положить? Так, нет. А, ладно. Я помню, там что-то надо подложить туда. В окно мы можем вылезти теперь. Эй, ты! Да, кто говорит? Я жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Да, что такое? Ты в большой опасности, не доверяй этим девочкам. Почему вы это говорите? Послушай, девочка, я знаю, что могу уплыть отсюда. Но они мне не позволяют каждый раз, когда я пытаюсь выбраться. Я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит для жабы готов. Они любят нас. Но не просто так. А чтобы использовать нас, не доверяя им. Не буду им доверять. Обещаю. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Как вы узнали? Ты видела мертвую девочку в одной из комнат? Да, без головы, кстати говоря. Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. А что мне делать? Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески. Творчески? Я сделаю все возможное. И, девочка, прошу, спаси нас. Это очень... Я очень хочу выбраться отсюда. Так, здесь мы взяли доску. Отлично. Лунный свет на воде такой красивый и спокойный. И вот здесь, кстати, при первом прохождении у меня было две очень знатные ёбки. Я по-другому не могу сказать. Извините за такой подход. Но благодаря той картине с русалкой и синим цветком можно понять, что вот здесь... В лунном свете вот этот росток даст нам синий цветок. Прикинь? Я чувствую, будто луна следит за мной. И следующий момент. Блять! Ты откуда здесь оказалась-то? Господи, она как будто передо мной в реальной жизни встала. Скептикам нужна правда на бумаге. Некоторые люди верят всему, что написано. Вот. Что это значит? Кто это написал? У меня есть бумага. Ну что за правда? Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Мне страшно. Ты поможешь мне? В моей голове сидит монстр. Так, и здесь... Ржавый старый лесопед посреди острова. Не думаю, что я далеко на нем уеду. Совершенно верно. Большой-пребольшой камень. Оставлю его здесь. И вот здесь тоже была ёбка значимая. Но. По большому счету, нам нужно сделать следующее. Нам нужно вот этот листок использовать на печатной машинке.
Я могу что-то написать, но что... нам сейчас... Сейчас, подожди, это еще не все. Нам нужно будет узнать, каким образом... Сейчас, я даже... Все, я вспомнил, господи! И это был вообще разрыв просто пердака у меня, что-то я очень долго шароебился. Причем стоит помнить, что это было примерно 10 лет назад, и тогда еще прохождений на Ютубе как таковых не было, блядь. То есть посмотреть даже негде было. Вот так это делается. Опа! Сраная жаба. Ну, я и заплахел, извините, ребят. Извините тем, кто кушал. Берем пинцет. Подождите. Давайте вот так изучить. Угу. Сейчас я немножко собью фокус. Вот теперь смотрите. Ай, жжется! Почему? Здесь нет огня! Я не могу дотронуться до бутылки, очень жжется. Может, она заколдована, чтобы никто не трогал? И вот здесь нам помогает как раз-таки пинцет. Ох, я достала бумагу. Как здорово. Теперь в этой бумаге... Смотрите, раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь испортить эту сущность, ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь исполнителя ритуала, 5 черных свечей, пентаграмма из пепла, распустившаяся синяя лунная роза, соль и перец, волос человек, которого вы хотите заколдовать. Пеплом дорисуйте пентаграмму на черно-белом квадрате. В каждой верхушке пентаграммы разместите зажженную черную свечу. Наполните котел водой и положите в него другие элементы. Вскипятите, вылейте на того человека, которого вы хотите заколдовать. И, ходя по кругу пентаграммы, повторяйте эти слова. Ох-ох-ох-ох-ох. Приход. А вот теперь... Мы можем исправить на печатной машинке тот листок... Ой, блядь, чё ж я нос так зачесался? Тот листок, который нам дали. А, хорошо. Волосы с головы. Шикарно. Вот теперь мы идем. Привет, Френ. Вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучила ритуал? Да, но нужно больше времени. Я не могу запомнить всех слов. Что ж, выучи их быстрее. Дай нам знать, когда будешь готова. Что за говно? Пс, девочка, я думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Но он может понадобиться. Поверь, нет. Если мы хотим выбраться, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его. Ты меня не видела. Пока. Окей. Все. Все. Получается, у нас в котле не будет тех ингредиентов, которые должны там быть, но появятся те, которых быть не должно. И таким образом, мы туда должны пихнуть. Так, что еще осталось? Так, синюю розу, соль и перец. А что еще? Блять, не, подожди. Кровь исполнителя ритуала, пентаграмма из пепла. Так, ну, это мы можем, смотри, использовать на себе. Да. Ай, да не плакать так сильно-то, ну что ты. Подумаешь, заживет до свадьбы. Так, и пепел, а где нам взять пепел? Пепел, ты могуч, ты гоняешь стаи... Так, у нас был камин, пойдемте к камину.
Может быть, у нас в камине можно набрать пепла? Да, вот же пепел лежит. Уютное тепло. Ваза для цветов, внутри лежит пепел. Все шикарно. Сейчас мы устроим отличный ритуал. Так, сначала круг, а затем уже свечи. Вот смотрите, вот это я помню, а какие-то мелкие моменты я не помню. И я так понимаю, что это из-за того, что вот с такими квестами пришлось изрядно поебаться, потому что я действительно, я что-то там, не знаю, минут 20 ходил, просто во все подряд тыкал, по нескольку кругов, потом совершенно случайно находил какие-то решения. Блин, потому что я вот так вспоминаю, что прохождение это было долгим. То есть вот до этого места мы доходили, наверное, серии 5, а здесь всего, по-моему, третья серия. То есть там прям долгое было прохождение. Но черт побери, с какой теплотой я вспоминаю о том времени. Когда была конченная камера, когда у меня была не поставлена абсолютно речь, когда я не знал, о чем говорить в кадре, когда шутил как говно. А, мы ждем тебя, Френ. Так вот он я, ну, пойдем. Чего? Чего вам надо-то, алло? Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны. Мы знаем. Сами посмотрите, здесь так написано в рецепте. Действительно? Как мы могли это упустить? Так, хорошо. Вот, теперь готовься. Шикарно. Я дам вам знать, когда буду готова. Идем, закидываем волосы. Теперь волосы. Хорошо. Мы тебя ждем, Френ. Ну, пойдем тогда, получается. Че, вас пырнуть надо, блядь? А че нам-то? Я сейчас что-то вообще ничего не понимаю, подожди. Кровь, исполнительный ритуал, опять черных свечей, все. Или что, надо теперь вот эту штуку использовать на них? Не понял сейчас. Не хватает некоторых ингредиентов? А, может быть, надо свечи зажечь? Да. Блять, что произошло-то? Мне следует дать девочкам знать, что зелье готово. А, все, мы забрали. Все, все, я понял. Ты вот это я тупорез. Прикинь. Ладно, давайте уже допишем эту серию. Все готово, пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Ну, погнали. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Сейчас будет гэнг-бэнг с букаки. Опа. Да-да-да, я видел один порнофильм, который начинался примерно так же. Опа, использовать. Погнали. Хуяк. А теперь я произнесу слова. И сначала берем укропу, туда кошачью жопу, 45 картошек, 15 мандавошек, ведро воды и хуй туды, охапка дров и плов готов. О-ха-ха-ха-ха. Сработало? Бля, сработало! Подожди, это не заклинание! Ты нас обманула!
Что я наделала? Боже мой, это неправильно! Ключ, теперь я могу освободить своего котика. Я нервничаю. Ну, ребятушки, не нужно нервничать. Котика мы освободим уже в следующей серии. Не забывайте проставлять ваши лайкосики, оставлять комментарии. Заходите в группу, ссылочка внизу. В описании под видео там же ссылочка на наш телеграм-канал, где у нас работает чатик в постоянном режиме. Так что, если вам хочется поболтать, нечего делать, или просто решили похвастаться фото своего котика, то милости просим. На сегодня все, ребятушки. Я с вами прощаюсь. С вами был Евгений Лиматрикс. Всем пока-пока. Еще увидимся.